Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья! Всем вам, нам посчастливилось родиться, жить, учиться и работать в великом городе-герое. Городе, который навсегда останется в памяти потомков, символом несгибаемой воли, стойкости и мужества советских людей. Нет в мире примера, сравнимого с подвигом ленинградцев. Преодолев голод, холод, жажду, пережив бесконечные смерти родных и близких, они сохранили в себе человечность. Судьба каждого из них – история духовного подвига. Эту историю знаем по воспоминаниям очевидцев, архивным кадрам, кинохронике, газетным статьям тех лет. Мы понимаем, перечитываем, помним, пересматриваем, ищем ответы на вопросы, которые ставит перед нами время. Вопросы сложные и принципиальные. Эти вопросы мы пытаемся решить и сегодня. Наиважнейший из них – сохранение правды о той войне. Эта правда демонстрирует глубину нравственного и морального падения тех, кто встал под знамена нацистской Германии. Она падает черной тенью на многие западноевропейские страны. Это наша правда. Но речь не идет о вражде с их народами. Мы, наследники победителей, противостоим идеологии нацизма, от которой страдали и немцы, и французы, и многие-многие другие народы. Также мы ставим вопрос признания геноцида советского народа. До сих пор неизвестно точное число жертв той страшной Великой Отечественной войны. И в Беларуси, и в России мы все еще находим останки убитых матерей, прижимающих к груди младенцев, грудных младенцев, похороненных заживо. Таких сюжетов не счесть. И цифры ужасают. Мы мирные люди. Мы не хотим войны. Но перед нами снова поставлен вопрос о праве на жизнь нашей цивилизации, на сохранение исконных ценностей национальных культур. Чужого нам не надо. Особенно тех благ, которые не единожды насаждались нашим предкам огнем и мечом. И тем не менее, как после победы, так и сегодня, мы призываем к мирному диалогу, но при условии уважения нашей исторической памяти и правды о той войне. Мы открыты любым дружественным шагам навстречу и в России, и в Беларуси. Дорогие друзья, ровно 80 лет назад полное снятие блокады Ленинграда сделало великую победу еще ближе. Нам предстоит отметить много годовщин великих битв и сражений, которые в итоге остановили самую жестокую в истории человечества войну. Подъезжая к этому мероприятию, мы с Владимиром Владимировичем обсуждали много идей, пытались контрпропагандировать, обсуждая их. И он назвал ужасную одну идею наших мерзких, которые до сих пор не могут успокоиться, наших уже мерзких, молодых, которые не видели войны, да и серьезного горя не видели, которые говорят, да не надо было защищать Ленинград. Надо было его оставить. И огромное количество, более чем миллиона жизней бы сохранили. Опасная тенденция. Они, сволочи, из прошлого
пытаются смотреть в настоящий день. А заключается все в логике. Но если не надо было защищать Ленинград, так а зачем было защищать Москву? Ну а вообще не надо было и защищаться. До Урала, по крайней мере. Они бы пришли к нам и сделали бы нас лучше. Я согласен с президентом России, который говорит, ну мы потеряли свою цивилизацию. И мы бы сегодня не жили на этой земле, если бы не боролись мы за каждый клочок земли. Но, как я сказал, они из прошлого смотрят настоящее. И логика в чем? Да не надо сопротивляться. Не надо бороться. Они сегодня на наших границах точат мечи, чтобы прийти к нам. Они идут снова к нам, чтобы сделать нас лучшими. Не надо сопротивляться. И где будем мы? Вот главный вопрос, на который мы сегодня пытаемся ответить. Мы отвечаем и ответим. Будьте в этом уверены. И пусть память о тех, кто ушел от нас, вдохновляет нас на созидание во имя будущего наших народов, во имя мира. Мы сохраним свою цивилизацию. В этом вы можете быть уверены. Спасибо.